Всем привет, с вами Ротен Кинг, и сегодня я покажу вам самое большое обновление в Bubblegum Clicker. Значит, в первую очередь добавили почту, как в Play Simulator X, только мы сможем отправлять пэтов. Ну, вроде так же, да? Да, вроде так же, всё. Тогда ничего не добавили тут, как можно сказать. Как с Play Simulator просто украли все. Free-to-play stuff, то есть... Халява для недонатеров. Ну, знаешь, если так випку переспускать, то это реально имба. А випка-то у меня с разработчиков, и они даже... Ой. И они даже не используют ее. Странно. Ну, значит, моя випка теперь. Значит, добавили новые вещи в Атлантиду. Мы сейчас туда пойдем. Закончился Святой Патрик, а теперь тут просто какая-то хрень. Так, о, хорошо как. Да, тут просто какая-то хрень. Тут ничего нету просто. Наверное, есть, но там ничего нету. Значит, идем тогда в Атлантиду. Больше тут нечего делать. Добавили гигантских пэтов. Я хочу посмотреть сейчас в индексе. Блин, мне кажется, бафнули эти всякие вещи. Дай посмотреть. Да я вроде не могу посмотреть, ну ладно. Дают как-то больше зелика и гемов, ну ладно. Гигантских пэтов добавили как Титаники в Pet Simulator X. Спанчбомбская музыка, окей. Я тут, кстати, еще не выполнил. Egg quests. Complete quest to earn free eggs. Офигеть, а тут какие-то имбовые пэты. А это всегда можно открывать? Три квеста выполни и получишь одно яйцо, типа, да? Можно скипнуть, кстати, сколько стоит? Ага, хрен себе. Еще такое лыбящее лицо вместо других картинок. Ладно. Гигантских пэтов добавили, да, посмотрим. Вот тут, наверное, гигантский пэт. Не, вряд ли. Наверное, фри цену, блин. Ну, они все тут черные, хотя и там тоже черные. Ну, вот это гигантский пэт, наверное. Здесь Годли, а вот тут секретка, типа, которую можно, наверное, ездить, не знаю. Новые острова. Фу ты, новые острова, да. Значит, надо сейчас сортировать по жемчугам. Одеваем. Так, вот этих надо качнуть сейчас. Max Pet Level. Cerberus. А, вот этот, чуть не юзнул. Хотя на Cerberus тоже можно, да? Да, он даже на первом левеле жесткий. Так, значит, на Cerberus. И на еще одну королеву. Еще раз оденем. Нифига, 27 тысяч. Жесткий пэт. Нормально. Сквиди тоже можно прокачать. У меня этих зелек дофига, я не жалею их. У меня гемов дофига, я их покупаю каждый раз зачем-то. Вот, теперь у меня нормальный пэт. Сколько получается? 5 миллионов. Сундука сколько? Миллиард, ну это полная хрень. Что, на сезоне ничего не добавилось? Кстати, бустик новый добавили. А, здесь нельзя вроде смотреть, да? Кстати, мне дали титул для тех, кто имел... геймпасс с ускорением добавили OG титул, который типа алды, но что-то им не дали, но ладно. Кстати, бус хочу показать вам. Где он? О, вот он! Это имбуля просто! X10 удачи на Годли, то есть если у пэта 1 миллион шанс, уже увеличивается на до 100 тысяч, офигеть. Один бустик только, прикинь. Еще с другими бустами это будет вообще жестко. Там 50 тысяч вроде должно быть, офигеть. Ладно, тогда мы телепортируемся, у нас там новые острова появились. Ух, как же я не люблю это. Не знаю, сколько мне дали, ладно. 40 миллионов, ладно. Тогда сейчас увидимся. Спустя где-то 30 минут я поднимаюсь. Последний остров. Сундук. И... Портал? Так, тут портал в следующий мир, кажется. Вот это портал в следующий мир. А, их тут несколько. Наверное, это... Тут, типа, портал будет несколько миров, наверное. И все. Окей, сундук. Сундук, что ты мне дашь? 4 миллиарда и 2 миллиарда. Фигня. 20 миллионов. И здесь у нас яйцо, кстати. Давай попробуем его открыть несколько раз. Аксолотли коралловые, кошки. Фу ты, кошки, да?
олень, собака с алмазом. Вряд ли я выбью вот этого, поэтому это АФКшник. Я не хочу АФК сейчас. Поэтому мы, знаешь, что делаем? Сейчас мы вот это возьмем. Мы будем читерить, так сказать. Перезаходить на випку и получить много бустов в начальном магазинчике. Не работает, даже на випке. То есть на каждого игрока будет свое время, и даже випка не поможет. О, какие они хитрые, блин. Вот, вот. Я, кстати, могу. То есть надо всего лишь АФКшить и потом покупать их. Это, кстати, выгодно реально. То есть не надо ждать мерчант, чтобы купить бусты. То есть теперь можно покупать их. И даже очень выгодно, но только каждые 10 часов ждать это долго. И там еще вот такой бустик попадется. Всего лишь на 15 минут, наверное, где-то 5 бустов продавать будет. Ну, блин. Сложно, сложно. Блин, кстати, вот этот пас дает. Он же написан All Boosts. Прямо вот этого еще дадут? Это вообще будет сильная имба. Мне кажется, это не так. Ну ладно. Значит, вот обновление вот такое. Можете, кстати, присылать мне на почту всяких пэтов. Я не знаю, она работает или нет. Да вроде мне никто ничего не присылал, но ладно. И все, вроде это все обновление. Новых эксклюзивных есть нету. Вроде, кстати, цены понизили. Вот, да, вот тысяча, раньше стоило 1000, а сейчас 750. Ну, вроде да. Цены понизили. Ну, некоторые геймпасы, которые прям конские цены были без распродаж. Ну, тогда я пошел АФК, что, кстати, новые пэты. Это, наверное, секретка из того бесплатного яйца. Сезонные, какой-то хрен. Я не знаю, что это за пэт. Наверное, все-таки из бесплатного яйца, поэтому я пойду проходить квесты, поэтому... С вами был Robot & King. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.